Международный фестиваль искусств «Сочи-фест» был организован под руководством Бедроса Киркорова при поддержке Академии танца Бориса Эйфмана. Он собрал участников из различных регионов России, более 500 человек. Сегодня на сцене Зимнего проводилась репетиция сочинцев перед конкурсным выступлением. Это студия балета «Белая Русь». Стоим, колено тянем. Я понимаю, сложно. Ничего страшного. Плечи натяни. Да, пожалуйста, пошли. И раз, и два, дальше и три, и четыре. Небольшая пауза, и вот уже участники конкурса показывают членам жюри все свое мастерство. Сочинская студия балета «Белая Русь» открылась 3 года назад и уже успешно выступает на различного уровня конкурсах. Постановка «Болеро» была отмечена профессионалами Большого театра и приглашена в Москву для участия в концерте. Председатель жюри конкурса «Сочи-фест» отметил южный колорит танцевальных коллективов Краснодарского края. Я открыл для себя новый регион российский. Вот. Мне очень интересно было познакомиться с творчеством местных коллективов. Вот. Интересно увидеть, какие направления, тенденция, куда идет, что не хватает, чем можно помочь. В течение этих 3 дней исполнители и танцевальные группы состязались в номинациях хореография, вокал, инструментальное исполнительство. Победители получат спонсорскую помощь и возможность в дальнейшем бесплатно обучаться в Академии танца. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.